шарик по лужам ходит, ему хоть бухны. Шарик. Он мои мысли читает. Не на восход пошел, а вправо свернул. Вот я также хотел сейчас вправо, через переход и домой. Вот он опередил мои мыслишки. И заодно корм. Кота прогнал, и корм доедает. Ох, шарик. Пошли здесь, напрямую пошли, шарик. С моря он легко ушел. Ну, он почуял, что на улице холода. Но не приходит домой. Хоть и холодно. А чё холодно? Он по лужам ходит. Шуба у него как у слона. То есть у слона, у медведя. Вот он летом и на речке виснет. Он из речки не вылазит. Представляете, как ему жарко. 37-38 градусов жары. Ну, пес какой здоровый там ходит без хозяина. Ничего себе. Догоняй, а то овчарка тебя сейчас съест. В два раза больше, чем ты. Вчера весь день лил дождь. Вот он льет, льет и не прекращается вообще ни на сколечко. Сейчас такой порывистый, то идет, то нет, то слабенький, то чуть посильнее, то вообще еле-еле. Моросит. Ну вот, сюда уже дошли. И впереди вижу, рыжик идет. Но идти, ма. Он пришел, переулок упал. Я же сказал ему, в центр иди. Вот он пришел в центр. Собаки навстречу с поводками, о господи. Рыжик оштрафует, ты в Нур-Суде находишься, ты что делаешь? Чё ты кашляешь? Шарик теперь и покушать ему не даст. И что мне делать? Вот вопрос. Что вы рычите? Шарик теперь ускоренной походкой будет ломиться домой. Конкурент появился. Шарик на ту сторону хочет пойти. Водичку пьет. Вот рыжик я попрется теперь ко мне домой, ну ёлы-палы. Рыжик, оставайся здесь, а? Шарик, на. На, рыжик. Ешь быстрее.
шарик, не выдрыгивайся. Пусть кушает. Ты дома покушаешь. Рыжик, не бойся, ешь, на. Ой, бля, я уже вас обоих боюсь. Черт бы вас побрал. На. На, 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 на. Хватит. Шарик, дома покушаешь. Ну, что ты в натуре? Сейчас возьмем курочку тебе. Шарик, Джан. Могу это не показывать, но деньги люди пересылают. Там же много вопросов задают. На Яндекс.Дзене и на Ютубе. А на пол падаю, чё, не собираешь? А? Шарик. Здравствуйте. На, Рыжик. 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 Идем. Рыжик с пола поднимает. На, Рыжик. Шарик, отстань от него, пожалуйста. Пусть кушает. Ему еще целый вечер коротать здесь. Еще я не знаю, где спать. А ты-то сейчас на раскладушке своей будешь как сладко спать. И курочка у тебя будет. И все у тебя. Да, вот это правильное. Мудрое решение, Шарик. Очень мудрое решение. Елена. Получил? Получил по гребешку? Нехер лезть. Вот так. Ты-то пес старый, куда лезешь? Ешь, Рыжик. Ешь, 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 не бойся, не бойся, Рыжик. Кушай. Да, 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 кушай, кушай. Жадный ты, Шарик, очень жадный. Он думает, что я его ему не даю. А вот это вот лежит, что не кушаешь? Западло поднимать с пола, что ли, уже? А вон вторая лежит. Все, он доел, не лезь ему, Шарик. Сейчас же получишь от него еще. Здесь только поднимаются тюльпаны. Медленно что-то. Там уже увёй какие большие на колорадо. А здесь только начинают. Рыжик, оставайся в центре. Вон, Рыжик уже на людей побежал кидаться, наверное. Хулиганы. Рыжик, оставайся здесь. Ну все, Рыжик уговорил остаться. Ну что он будет идти туда, такую даль, а потом упрется в дверь? Зачем это надо? Давненько такой весны не было. Дождливый, да еще неделю был снег.
А эти прогнозируют на лето жару, жару прогнозируют. Я подожду. Улица Павлова. Идем мы шариком домой. Шарик и каменщик, и бригадир, и кто он настолько, да? А еще любит он в кафе зайти и посмотреть, что там вообще делается в кафе. Вот он в лете. Что новенького? Ты воды забил попить? Эту лужу никогда не проходишь. Шарик. Шарик. Ты эту лужу никогда не проходишь. Попей воды. Не хочешь. Виноград 200. Хурма 170. Лимона 130. Тыква 80. В тыкве цинка много, очень полезная. В детстве прабабушки ездил в деревню. Тыквенные пирожки, каша из тыквы. Я еще тогда злился. А сейчас я с удовольствием кашу поел бы с тыквой. Вот надо время на это делать, надо самому. Да и тыква не из дешевых. Легче килограмм, наверное, пельменей купить, чем эту тыкву. Вот такой движничок к вечеру. Сейчас часы не надел. Ну, сейчас где-то, наверное, ну, 26-го, может, 5. Ну, где-то так в этом районе. Маслынь перестали от индюшки привозить. И так охота ему масолик купить, чтобы он его поглодал. Помните, я вам говорил, в Яндекс.Дзене выстрелило одно видео. Обычное видео. Уличная собака в доме. Ну, только не шарик был, а дружок. 575 тогда было. Сейчас 699 тысяч просмотров. 8 там с чем-то тысяч лайков. Почему она выстреливает, понять не могу. Почему остальные не стреляют? Такие же похожие ролики с собаками. Вот это я понять не могу, алгоритм этой движухи. Что в Ютубе, что в Яндекс.Дзене. В Яндекс.Дзене там просмотров поболее, там 20 тысяч, 100 тысяч, 150. Там 2000, 3. Там нормальный просмотр, но по деньгам платят меньше 10 раз, чем YouTube. Ютубу такие просмотры бы. Если одно видео снимать для вас, одно видео в день, то у меня будет... Сейчас я скажу, сколько у меня будет. Да где-то 1005. 1005 в месяц будет. Ну, в Ютубе такая тема. Чем больше ты выкидываешь видео, тем больше тебе планку поднимают за 1000 просмотров. Допустим, сейчас 50 центов. А когда ты 10 видео выкидываешь в день, то уже будет $1.50. Вот сейчас у меня 2.10. 1000 просмотров стоит.
Поэтому нечего снимать, а мы снимаем, чтобы как-то на что-то жить. Вы обижаетесь, там одно и то же, одно и то же. А на Яндексе Дзене я прям кидаю туда все подряд. И эти, и крымские ролики, которые туда не кидал. Кидаю все подряд. Там стрим есть, короче. На стриме собираются от 700 тысяч днем до 2000. 2050 человек был рекорд. Я ни с кем не общаюсь, просто так же стрим вышел, видео с Крыма или там откуда, там Сочи длинное загрузил и все. И онлайн 2050. Они комментарии не пишут, ничего, просто смотрят. Вот. Но вот этот стрим, когда 2050 человек смотрят, да? Они смотрят его бесплатно. Когда я заканчиваю этот стрим, видео на минут 40, на час пропадает у меня, я его вообще не вижу. Потом оно появляется, просмотров 0, лайков 0, представляете? И я там ставлю теги, название, подкорректирую и по новой его запускаю. Вот как хитро сделали, а? Ведь на онлайне всегда много народу. Потому что онлайн почему-то любят люди смотреть, почему не знаю. И вот 2050 человек без рекламы смотрят. Вот так обидно вообще. Везде нас дурит, но везде, кругом и повсюду. Давай, писи, домой идем. А на Ютубе давно уже у меня ролик никакой не выстреливал. Вот один выстрелил месяца 4 назад. Шторм там, где там тонет мужик. 420 тысяч, что ли, набрал. Наверное, $30 или $40, может, я на нем заработал, на этом видео, за все время все. Оно потом встает. Сейчас кто-нибудь, если комментарий напишет на том ролике, который вышел 4 месяца назад, YouTube его вот так вот пинком толкнет этот ролик, он дальше пошел в тренды, потому что у него много просмотров. Кто-то зацепится, кто-то лайк поставит, и он дальше пошел. Он один раз тормозил. Я подписчицу попросил, напиши пару комментариев, любых без разницы каких. Она написала, и к вечеру ему пинка дали. Этому видео он пошел дальше. Вот так вот, в Яндексе Дзене 690 тысяч просмотров. Вы можете представить? Это полгода моих роликов на Ютубе. Ну, один ролик на Ютубе сколько? 1500, да? На второй день до двух еле дотягивает. Ну, в крайняк 3000 просмотров. 3000 просмотров. Умножить на 100 роликов, это 300 просмотров. И еще, короче, это видео уже продолжает набирать обороты. Это надо мне, получается, 300 роликов закинуть, чтобы получить такой результат, как на Яндекс.Дзене с одного ролика. Вот такая херня несправедливая. Иногда стараешься ролик, монтируешь там что-то, да, музыку добавляешь, там все. Казалось бы, он даже мне нравится. А он вообще никак, никакой вообще. А есть покоцанный, где я еще с телефона снимал вот так. Он у меня вот так вот ходуном ходит. Он набирает большие просмотры. Вот как понять? Вот так. Павлов Наум Захарович, в честь него названа улица Лазарева, господи,
улицы Павлова, в поселке Лазарево. Мы идем дальше шариком. Шарик уже все. Тут он уже никуда не свернет. Тут уже он все, как у себя дома. Он уже знает, что сейчас его ждет теплый плед, курочка ряба с пятерочки. И сейчас вот он уснет, и завтра в 12 проснется. И что интересно, да? Вот сейчас под вечер, ну, в 6, ну, в 7, ладно, в 7 он уснет вечера. 12 часов, ну, 15-17 часов спит он. Проснется и не сразу ломится к двери. Проснется, поваляется. Потом только он видит, он за мной наблюдает. Если я там штаны одеваю, он уже к двери идет. А сам почему-то не подходит к двери, не просится в туалет. До последнего терпит или что, или у них там, как у них там все это держится, хер знает. Ни хера себе я проболтал. От самой пятерочки болтал и шел. Так я медленно же иду. Вот когда разговариваешь, вообще так километражи быстро проходишь. Не замечаешь даже как. А. Где-то 2 апреля только солнышко появится. Крым смотрел, Лазаревское смотрел. Дожди, дожди. Ветра, ветра. Ну так будет колебаться. 5-7 там температур. Ну, дожди будут. И вот такая пасмурная погода. Если 4-5 роликов снимать каждый день и выкидывать, то где-то в месяц у меня входит 200-210-220 долларов. Летом, естественно, побольше люди смотрят, потому что они приезжают и смотрят что-то как. Кто-то говорил, зимой будем сидеть, смотреть твой ролик. Да кого? Смотрите у любого вашего блогера, сколько у него просмотров летом и сколько зимой. Я же блин, что же я пятерку прошел? Мне надо за курицу идти. Я же вижу, каких вы блогеров смотрите. И Михайлова, и все о Сочи, и наших блогеров, и отдых на море. Все тычкуется. Какие видео вы егошних смотрите? Так, мне надо шарика, пока нет, вот я побежал. Бэй, вон он бежит. Шарик, сиди здесь. Ну, опять зайдет сейчас сюда. Идем сюда, брателла. Здесь садись. Я пойду за курочкой. Давай, падай. Умненький шарик у меня. Умненький, сиди, дорогой. Да, 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 да. Ножки свесь, вторую лапу тоже. О,